А, не скины роба. Бля, им отсосали. Ёбаный рот, нахуй. Ну, сейчас, мальчик, подожди, блядь. Фантастика! А, ребят, вы тоже здесь? Здравствуйте, всех приветствую, ребят. Мы продолжаем проходить Far Cry 3. В прошлой серии мы просто на там как пошли какую-то миссию, где надо было подпортить, скажем так, планы вас, а не вас, вот, и мы это, ну, мы прошли эту миссию, остановились, да, на следующую, да, после нее, которая идет. Логично, логично, да. И я сказал, что нужно, ну, прежде чем идти, нужно там, да, собрать всякие материалы на материал, то есть, да, как сказать, улучшить, короче, колчан свой, да, типа бумажник и тому подобное, рюкзак. И там медицинскую вот эту тему, чехол тоже, для того, вот. Я это все сделал уже, вот, и просто решил тут так вот, ну, сыграть так, просто, по приколу. Вот, поэтому, ребят, вот, поэтому эта серия будет очень насыщенная, очень смешная, поэтому вот, сейчас я по-быстренькому, да, так разъебу всех, и мы пойдем в задание. Поэтому, конечно, поудобнее, приятного аппетита кушать, приятного чаепития, как пить или пить алжир, приятного просмотра. А мы, собственно, начинаем. Ладно, ребят, на самом деле, дай в пизду, не хочу с вами играть. На самом деле, ребят, я уже их разъебал, как минимум, да? То есть я реально их уже, ну, в этой игре разъебал. Если хотите увидеть, ну, полный видос, да, там, полную версию того, как я играл здесь, ну, с ними играл, их разъебал. Вы найдете их в телеграм-канале, он на ваших экранах сейчас, да, телеграм-канал, там... Инсайдики, да, всякие есть, да, то есть эксклюзивные довольно-таки, нигде я, ну, о таком не говорю, да, там просто, вот недавно был инсайд, да, о том, что случилось вообще, да, там, ну, в принципе, да, что случилось, почему видоса не было, как минимум, да, вот, один день хотя бы, да, и второго дня не было, короче, почти полтора дня не было видео никаких, поэтому там я все объяснил, почему, что и как. Вот, просто прийти посмотреть, там, ну, реально инсайдики есть, да. И удаление видео обязательно. Там есть что? И удаление видео там есть, чтобы вы всегда, ну, знали первым или одним из первых, когда вышло видео, да, и тому подобное. То есть YouTube не отправляет, опа, а Telegram канал отправляет, поэтому подписываться мне тоже будет очень приятно. На канал, кстати, тоже подпишитесь, пока я говорю, да, можешь подписаться, блин, огромное спасибо, потому что, блин, 74% смотрят без подписки. Ну такое себе надо исправлять. Вот, заранее кто, спасибо, кто это делает, реально, это я это вижу, очень ценно для меня, это, и, знаете, для меня это как мотиватор что-то делать дальше, да, вот, что-то придумать, что-то делать, что-то, какой-то контент разнообразный делать, да, поэтому, ребята, подписывайтесь, ставьте лайк, вам сложно, мне приятно, реально, спасибо вам большое, да, и, блядь, спасибо вам за вашу поддержку. Вот, а в Телеграме там будет полная версия видоса того, как я их тут разъебал, честно слово, да. Часов. Ну правда, я говорю, я тут играл уже, блядь, я тут играл нахуй, сколько там, 30 минут играл, просто всех нахуй разъебал в этой игре, поэтому переходи, посмотри. Так, а мы погнали на задание. Так, так, ну давай как-нибудь, наверное, ты прахнемся, не знаю. Ну вот так вот. О, о, вот, короче, мы уже на задании, ну, блядь, я, конечно, понял. Тихо-тихо-тихо. Алло? Эрнхард? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Как там поиски? Продвигаются. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там. Надеюсь, с друзьями. Бля, я себе переход не смогу сделать. Пока. Ладно, я это вставлю и сделаю переход. Нужно глядеть в оба. Я уже тут спалился чуть-чуть, да. А что мне здесь надо сделать, собственно? Спокойно, ты просто ищешь.
Подожди, дай мне забраться-то нахуй. Блять, подожди. Ой, блять. Слышь, а что это? Кто под землей тут находимся, короче говоря. Жесткая тема. На, так. Так. Бля, так не говоришь, что это та самая, короче, это. Та самая миссия, которую я не люблю. Ой, блядь, да. Там сигналка у нас. Она только здесь одна? Да. Сломали? Хуй, да? Нахуй не сломали. Там чё, наверное, ещё? Там никого, слышь? Вот. Соп. А, вы же не видели, да? Смотрите, что у нас теперь есть. Опа, да? Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Здесь тоже расчистил, теперь видите, сколько. Будем потихоньку так продвигаться, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот так будем продвигать. Ебать, карта, ебать. Будем продвигаться и, блин, прикольно, прикольно. Пока что у нас вот такая наша территория. Ну, знаете, что я заметил? Знаете что? Вот на этой территории появляются эти пираты. Почему-то. Вот сейчас мы на своей территории находимся, они на нашей территории что-то делают, ёпты. Ну, если по идее так думать. Думаю, бля, считать так, да, то есть. Вон там че. Ой, бля, да, это та самая. А, не, мы ее сломали, слышь. Но я обычно ее проходил вот оттуда. То есть оттуда шел, вот это сначала гасил, потом там. О, там тоже есть. Смогу, как думаете? Да, смог, сломал. Все, он смотрит там. Так, ну что, давай. О, тихо, 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 тихо. Минус. 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 Ой, блядь. Блядь, откуда они нахуй? Блять, да ну нахуй вас тут. Ты, блядь, смеешься нахуй? Сколько мне в него пустить надо? А ну там, мальчик. Вроде больше нету, да нигде. Вроде бы больше. Ой, блядь, тихо. Аккуратненько.
Вроде бы больше не... Ой, блядь. Тихо, 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 не надо сюда. Вроде больше нигде нету, да? Да, вот это я люблю фарка. Видите, все, все типа, разгорается, тому подобное. Прикольно тема. Прикольная фича. Блять. Ну ебаный сыр, нахуй. Нахуй это, да? Так, ладно, let's go. А те двойности также не ожидал даже, что они там будут. Да весь прикол. Так, здесь у нас максимум. Да, побегаем с пистом. Тобой, давай все отбирать. А, ну понятно, блять. Ну я когда приехал, ребят, и спалился чуть-чуть. Не-не, дай мне сюда мы. Вы, наверное, видели, да, там я ставлю это. Так, где же они снимают видео для выкупа? Я расслабился, блядь. Иду за ним. Так, где же они снимают видео для выкупа? Иной, урок! Вот там, собрался-то. Соберись, это простое наблюдение. Сейчас там все осталось, нужно проходить. Ой, блядь. Мальчик, пососи хуй, блядь. Ну, все по стелсу проходит, но, блядь, по стелсу мы не умеем, да, ребят? Ну, нам пиху вообще. Ну, мне вообще пиху вообще, блядь. В принципе, блядь. Лиза, я иду! Ну, бабки. Бля, блядь, как уебан, да? Это, конечно, здесь вообще не нужен. Лиза! Блядь! Ёпта! Идем. Ебать, да ну тебя нахуй. Да, я также посмеюсь, блядь. Пиздец, блядь. Я посмеюсь, блядь. Вот. А, чё делать? Так у меня же есть. У меня же есть. Я специально для этого же все это делал. Ну вообще, я помню, когда я сам проходил, я вот с дробовиком ходил, вот здесь прям с дробашом херачил в игре. Ну реально, с дробашом тут ходил, и было вообще классно, вот на этой именно локации.
Вот. Рубаш здесь вообще просто, блять. Мне бы еще броник где не найти. Это было бы неплохо, скажу так тебе. Лиза, я иду! Да, блять. Так, что он здесь по луту с тобой? Вот это нам пригодится. Угу, тоже. Нет. Это видео. Нет. Ее тут нет. Нет. Скажи мне, мама, папа. Мам. Пап. Я люблю вас. Мам. Пап. Я хочу домой. Очень хорошо. Давай так же еще раз. Нет. С большим чувством. Ты можешь, милая, давай. Нет. И у вас? Там вроде наших натянул на беду. Бенджи, Бенни, Бенни, Бен. Бас! Ты где? Ой, блядь. Ты чё нахуй, слышь? Нихуя он, блядь, слышь? А, это та самая миссия? О, я помню ее. Я думаю, все ее помнят. Кто набил, а? Я говорю, кто набил? А? Цитра набила, а? Сестра набила? А? Цитра его сестра? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? У мажора из Калифорнии стояк на экзотику, а я всажу. Подожди. К твоему Гранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи, кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог делать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол-то, а? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас, вас! Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать. Кстати, зажигалка твоя, дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон, клянусь богом, мужик, это правда прекрасно, что ты готов умереть за любимую. Let's go, блядь. На время, блядь. Я иду! Надо прострелить трубы! Да-да, я уж понял, блядь. Огонь повсюду! Вставляешь? Нихуя себе, да? Жестко. Я вижу дверь, иду! Давай нахуй! Помоги! Джейсон! Не бойся! Отпусти, не сюда! Определенно не сюда!
давай, давай, блядь. Вот сюда. Вот сюда. Помоги! Джейсон! Иду, 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 иду. Спокойно, Лиза, я иду! Не бойся, я тут! Боже, не шевелись! У них Оливер! У них Оливер! Сейчас мы ему никак не поможем. Иди за мной. Есть идея. Я сейчас говорю, сам будет жестко. А нет, не самый жесткий, но одной самый жесткий будет. О, нет, я так не могу! Давай, ёпта! Let's go, let's go, let's go! Ну! О боже! Пиздец, боже. Иди, сможешь? Думаю, да. А, то что они... Ну, понятно, понятно. Грузовик! Что они упали с такой, вообще похуй, да? Пальцевую стопоху и побежали. Ну ладно, может, вот может адреналин. Может адреналин. Иду за ним! Стреляй по тачке! Лиза, за руль! Что? Веди. Окей, окей. Цель в бензобак! Ох, бензобак, хуя, блядь, сейчас тебе... Давай, ёпта! Заводится! Давай, блядь! Скорей, Джейсон! Бейсбол, нахуй! Ну что, ёпта? Готовы, нахуй? Я готов. Пиздец. Ты видела этот взрыв? А? Что-то взорвалось? Ой, блядь. Давай. Блять, ну ладно. Офигеть! Ты видел этот взрыв? А? Что-то взорвалось? Бля, ну я, конечно же, не вижу, да? ХПшку ебашим. Давай. Давай, давай, я готов, я готов. Я только разогреваю. Я не могу! Как же мне справиться? Все нормально! Как же мы, что мы с тобой сделали, блядь, хпшек? Я вижу, блядь, но они такие. Занят. Стреляй по ним, Джейсон! Ты никого нет уже, ты ёпта. Ты чего? Не дергай руль! Ты мешаешь! Где, блядь, я не вижу нихуя. А вон иди прямо, я же не могу прицелиться! Как мне сосредоточиться, когда в меня стреляют? Бля, когда я проходил раньше, блядь, ну, сам когда проходил последний раз, блядь, было сложнее, нахуй, как будто бы. Руки на 10 и 2! 10 и 2! Хочешь вести? Мне казалось прям... А чё он, блядь, дергается, нахуй, как будто бы ходит? О, он, видите, как будто бы идет. Быстрей, быстрей! Тут не шоссе, не могу! Кого боишься? Копов! Ой, блядь. Зачем заглушила мотор? Не я! Он сам! Покрути ключ! Меньше газа! Да я... Ты о чем вообще? Лиза! Они перед нами! Джейсон, впереди! Можно ли нормальное оружие, не пистолет, блядь? Поехали! Серпантин! Серпантин! Что? Ай, блядь! Блядь! Опа! Отсосал, нахуй. Здание на... Сразу создание предметов погнали, блядь. Не зря их собирал, блядь. Не зря собирал, не зря. Опа, нахуй. Мы уходим! Я все брошу. Быстрей, быстрей! Давай, давай, блядь. О да. Ублюдки не узнали, что их убило.
Бля, ну мне казалось, оно раньше сложнее намного. Получилось. Странно. Ну ладно. Мы чуть не умерли, не попали в рабство, хороша радость. Лиза, успокойся. Это кошмар. Слушай, я все исправлю. Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейсон, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. Ладно. Интересно, интересно. Дейзи сказала, что она в пещере под домом. Под домом в пещере, блять? Что нахуй? Бля, ну тут опасная хуйня, думаю. Ой, блядь, пещера, ёпта. Под домом какая-то пещера, блядь. А где она, блядь? Я-то просто не помню. Перемещение. Бля, еще вспомнить эту пещеру, я не помню, я тогда тоже долго искал. Бля, где же она может быть? А чё у меня за пистолет? Бля, ебучий хуй, блядь, что это за... Нахуй. А вон там аж. Видите, проход в пещеру, блять. Бать, здесь шо нахуй этот? Тарзан чи не Тарзан? Ну ладно. Я сюда хуй заберусь. А давай! Сука, я же заберусь сюда, ты понимаешь? Я что, сейчас заберусь, блять. Ну похуй, заберусь. Опа, не дал. Бля, еще бы вспомнить, где он тебе реально есть. Да ёпта. Где проход в пещеру? Собираем. Где у нас проход в пещеру, ёпта? А. Понятно. Очень жаль. Лиз, я выплакалась. Я нашла тут лодку. Если ее починим, это будет наш билет домой. Да, и прямиком на дно океана. Сказал опытный мореход. Хотя помощь мне нужна. В моторе должна быть силовая головка, ее нет. Ладно, я поищу. Отличная находка. Давай, посмотри. Ты цела, я рада. Я тоже. Думаешь, лодка поплывет? Я расслаблена. На воду. Опа.
Нашлась. Раз уж ты ее принес, можешь и поставить. Охуенно. Ну ладно, давай. Напомни, а почему я, а не ты? Я даю зажигание. Это ты о чем? Готово? Почти. Да. Есть! Да. Клево. Дальше мы сами. Хорошо. Тебе стоит поговорить с Лизой перед уходом. Здесь нет никакого лута там. Eat me. Ешь меня. Ну ладно. Нет. Мне каждую ночь снится Голливуд, а просыпаюсь здесь. Прости, что так вышло. Ты не виноват. Надо было мне не соглашаться на скайдайвинг. Главное, мы оба целы. Это да. Ты ведь меня спас. Я здесь благодаря тебе. Теперь нам нужен план действий. Ладно. Я найду Райли и остальных, а ты будь здесь и помоги Дейзи с лодкой. Мы еле успели убежать. Лиза, я знаю. Не волнуйся. Я в этой ностальгии, бля, по этой игре. Будь осторожен. А урод, блядь. О, просто ностальгия. О! Бля, я помню вот эту тему, все. Че, посмотрим? Давайте посмотрим и, думаю, заканчивать будем серию с вами. Что же здесь нам покажут? Я, кстати, не все помню, что мы показывали. Давай посмотрим с тобой. Посмотрим с тобой. Ну, оказалось, это корова, наступившая на чертову мину. А Колби, тогда где был? В этом и фишка. Он утек в самоволку по бабам. Девушка была такой живой, что он нахрен отрубился. Ты врун. Война, чувак. Есть о чем подумать. Ага, о том, как накурился. Я же байки травлю, Оливер. Настоящим ты не поверишь. Я вернусь. Эй, ты за пивом? Возьми мне пиво. Ну, сейчас. Мне нужна музыка, но я здесь не буду, что там авторские права. Хочешь пиво? Ладно, я отдам деньги. Да, дай мне денег. Ладно, кто хочет денег? У меня полно бабок. Вот, держи. Кому еще бабок? Бабки! Не надо, милый, иди, детка, в чем дело? Здесь должна быть музыка, блядь. Ну ладно, давай попробуем. Пиво, что пьют в Бангкоке? Майтай. Забудь. Давай вдарим по самбуке. 5, 6, 7. Проблемы с подружкой? Она тебе сказала? Знаешь, Джейсон, Лиза ведь классная. Вот и стопки. Вот это. Прям здесь то, о чем я говорю. Эй, брат, хорошая идея. Атмосфера добавляет. Держи. За моего младшего брата Райли и его пилотские удостоверения. Где? Где? Да! Где его? В самом начале же показывали. Папы, мою кредитную. Ну, ебать, где мы нахуй? Вставай, ёпты! Вставай, давай.
Тут, я так понимаю, нам показывают то, что, блин, было до этого. Посмотрим, что здесь у нас с тобой. А для чего нам это? Подожди, а мы еще можем посмотреть или нет? Я вроде помню, что нет, все там нельзя смотреть. Там... Да, все, вот мы прошли какую-то, видите, часть, больше не можем посмотреть. То есть там в течение игры, короче, будет нам показывать все это дело. Ну, собственно, чем мы сделаем? Сохранимся обязательно. И, блин, надеюсь, авторский прав не будет эту музыку в клубе. Вот, в принципе, все, ребят, такая серия получилась, да? Да, мы шли одно задание, но в следующей серии, я думаю, пройдем, ну, минимум 2-3 задания, 100%. Вот, прям длинная будет серия, думаю, следующая прям довольно-таки длинная, посмотрим. Вот, в принципе, все, ребят, спасибо за просмотр. Телеграм-канал на ваших экранах, повторяюсь еще раз, там инсайд, уведомления, видео, да, бывает. И там вот видосик, да, будет о полном моем вот разъебе там в игре-то, да. Покеры, не покеры, как он там называется, да, вот это в карточках, нахуй, карточках, блядь, этих, блядь, ботов как раз ебало, вообще прям жестко. Посмотри там реально, и подпишись тоже на крытый телеграм-канал, мне будет очень приятно, спасибо, реально, кто это делает. Вот, в принципе, все, ребят, спасибо еще раз за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал, реально, это поддержка мне огромная, мой мотиватор мой, чтобы делать что-то дальше. Спасибо заранее, кто это делает, реально, вам не сложно, мне приятно. Вот, в принципе, все, еще раз повторюсь, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.